В Истре вручали премии самым активным журналистам Подмосковья. На сцене конференц-зала МВК «Новый Иерусалим» получали призы победители областного конкурса за образцовый порядок на дорогах Подмосковья. В течение года на суд жюри присылали свои материалы 50 печатных изданий, 22 телекомпании, в том числе и ТРК «Истра», 7 интернет-изданий и 8 радиоредакций. Конкурс был организован и проведен региональным управлением госавтоинспекции и Союзом журналистов при поддержке правительства Московской области. Пропаганда безопасного поведения на дорогах, разумеется, часть комплексной работы. И цель ее – снизить количество очагов аварийности. Количество очагов аварийности снижается. Это результат комплексной совместной работы и муниципальных образований, и региональной власти, дорожников, органов ГИБДД и, безусловно, СМИ. Логичная организация дорожного движения, исправность дорожной инфраструктуры – все это снижает количество ДТП в разы. Об этом не устают напоминать региональные журналисты муниципальным властям. И многие руководители чутко реагируют на обращение общественности. Другое дело, что решается все не сразу. Огромная комплексная работа была проделана и нами, районом. Разработана комплексная схема организации дорожного движения. Определены места аварийности совместно с ГАИ, совместно с правительством Московской области. Помогло просто действительно крайне эффективное взаимодействие с правительством Московской области. И здесь вот присутствовал Петр Валерьевич Иванов, заместитель председателя правительства, который буквально каждые выходные, с которым мы объезжали все Волоколамское шоссе, иногда и по два раза в выходные мы приезжали, определяли, где что лучше установить. Все равно невозможно сказать, что с ней, что маленькая смертность, она не бывает маленькой. Да? Но, как уже еще раз говорю, каждая смерть, даже одна, это уже будет трагедия. И мы будем стараться, чтобы снизить к минимуму такие случаи. Без воспитательной работы, конечно, не обойтись. И в этом СМИ первый помощник госавтоинспекции. Рейды, акции, профилактические мероприятия, пропаганда. Вкупе с законодательными актами, административными решениями и хозяйственным подходом такое сотрудничество может сделать областные дороги образцовыми. Конечно, основной акцент мы обращаем на организацию работы сотрудников ГИБДД по Истринскому муниципальному району. И я хочу сказать, что в части выявления лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или лиц без водительских удостоверений, мы занимаем одну из самых, так скажем, лидирующих позиций, что позволяет нам, на мой взгляд, очень эффективно бороться прежде всего с лицами, которые как раз и провоцируют аварии на дорогах. Ну и не исключено, что, в общем-то, очень часто они приводят и к летальным последствиям. Елизавета Семерякова, Денис Лесиков, Истранет ТВ.